все дороги начинаются с Бориса. А это я. Славик, Димон, Юля. Славик, что мы здесь делаем? Вячеслав Полежайко, президент Черкасской Федерации альпинизма и скалолазания. Наш гид на эту программу. Я сам не понимаю, что вы тут делаете. Какого-то черта Дима уснул в Килиманджаро, проснулся в аэропорту, да? У Юли спроси. Юля, ты вообще... Что тебе Дима пообещал? Что он тебе сделал в этой жизни? Вот так мы попытались выяснить, у кого какая мотивация на это восхождение. Что, перепаковка номер 10, да? Ты какой по счету распакуешься за сегодняшний день? Первый был самый основной. Слава, заработала камера. Работай на камеру, актер. Ты работаешь? Ты работаешь. Я работаю. На камеру, чтобы все понатягивали маски. Типа так плохо в камере видно полное лицо. Гамарджоба, мы в Грузии. Здравствуйте. Мадлоба. А не до свидания. Я сказала гамарджоба. А гамарджоба это что? Не, гамарджоба это добрый ты, день. Гамарджоба ты сказала как? Сначала или потом? Только что. Когда уже... Гамарджоба это когда добрый тебе день? Дали паспорт. Не, ну гамарджоба да, это здравствуйте. А пока как будет? А, пока я не знаю как будет. Я знаю как а будет спасибо. Мадлоба. Мадлоба. Мадлоба это спасибо. Мадлоба. 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 Да. Где тут висит? Ну, окей. 11 часов ночи, мы прилетели, и нам нужно еще 2 часа для того, чтобы переехать в Казбеги. Затем мы ждем 72 часа для того, чтобы сделать тест. Тест негативный, и мы выходим. День первый. Пойти куда-то полазить. Ой, блин, почему-то у меня камера снимается с этой штуки. В день отдыха мы сделали акклиматизационный выход в церковь Святой Троицы Киргетии на высоте 2170 метров. Мимо нее и будет проходить завтрашний путь на Казбек. Она расположена прямо у его подножья. Что ты думаешь об этом? Мероприятие. Нормально. Игорь впервые в высоких горах, и нам интересно расспросить, что да как, какие впечатления. Знаете, на восхождении важно не только хорошее самочувствие каждого из участников, а также хорошее настроение и мотивация, которая им движет для того, чтобы подняться вверх. Идет. Так, третий прыгает или не прыгает? Конечно. О, так, есть контакт. А четвертый в наколенниках. Димон, самый высокий прыжок. Вот он. Многие могут рассказать, как красиво в Грузии, какие гостеприимные грузины или какая вкусная у них кухня. Но знают ли они, как красиво Грузия с высоты Казбека? Hello. Поле. Слава Украине! Героям слава! Мы им приехали для того, чтобы познать эту эмоцию. Мы словно дети впитываем всю красоту вокруг. Утро следующего дня. Палки. Мы готовы стартовать. Палки забрали, да? Угу. Так, София, давай. Пролазим. Ну, позлись. Давай, позлись. Не буду злиться. Завтракать будешь кефиром и батоном? Нет, спасибо. Опять меня троллят, а все потому, что на завтрак был запланирован лаваш с кефиром. Но не для меня. Зная это, я позавтракала утром. Все на завтраке? Приятно. Знаете, ожидая восхождения в горах и ограниченное количество продуктов, так хотелось последний прием пищи сделать полноценным. Так, ну и как вам завтрак? Здоровый завтрак в Казбеках. Ребята доживали свои лаваши, а также еще несколько десятков мы взяли с собой наверх. Для того, чтобы немного облегчить путь первого дня к церкви Святой Гергети, мы переехали на трансфере. Гамарджоба. Гамарджоба. Разгрузив наши сумки, мы начали их подготавливать для транспортировки на лошадях. Все самое тяжелое, общее снаряжение, продукты и посуду мы могли транспортировать таким образом, значительно облегчив себе путь первого дня, поскольку двухдневную программу мы решили сделать за один раз. Перед стартом мы получили небольшой инструктаж о том, что ждет нас на этот день.
палочки. Регулировать все, знаете, да? Хорошо. Трекинговые палки на горизонтальных участках и подъемах позволяют перенести часть нагрузки с ног на плечевой пояс, облегчая продвижение вперед. План таков. Доходим до зеленки. И вот здесь начал пропадать звук из-за сильного ветра. Вячеслав рассказывает, что будет нелегко, но и не так, чтобы сильно сложно. Поэтому мы дойдем до так называемой зеленки, места первого лагеря. Но он верит, что сила у нас будет, и мы пойдем далее. И дойдем за один день к метеостанции со всеми нашими вещами. И, конечно же, пожелал нам удачи. Загоревшими, с эмоциями положительными, ну, конечно же, через вершину. Темп... Мы сейчас здесь наверняка там растянемся, то есть ну, не, на тропе нет смысла там друг по другу подстраиваться, то есть идем приблизительно там каждый своим темпом, через каждые там определенные там 30-40, может где-то 50 минут я буду останавливаться и ну, как бы всех ждем на привалах. До зеленки у нас 3-4 перехода, вот, так что, ну, главное там сильно не отставать, тоже не это, не засыпать. И небольшой ликбез. Казбек – это потухший вулкан. Хорошее начало истории в больших горах. Это опыт, которого не было возможности получить ранее. Вершина ниже Килиманджаро, но технически на порядок интересней. Переходы в связках, использование кошек или доруба на переходах. Первый опыт, но не репетиция. Как всегда, в горах нет пробных моментов. Это стихия, что не поддается абсолютно точным объективным оценкам. С набором высоты меняется самочувствие. Очень важно это проговаривать вслух, чтобы гид программы понимал, у кого какие симптомы. Поехали. Мы сидим на перевале 2900. Сколько мы? Часика 3 уже прошли, да? 2. 2 часика всего лишь навсего. Да, ровно 2 часа мы сюда шли. Повторить? Лай! Ровно 2 часа мы сюда шли. Ровно 2 часа вон оттуда. Вот идет фотосессия Игоря. Игорь. Фотосессни. Куда улыбаться туда? Продолжая переход, нас догнала группа лошадей с нашим же грузом. Ну что же, и немного о планах. Четверка в лице Вячеслава, Михаила, Дмитрия и меня запланировали Казбек как акклиматизационная программа перед восхождением на семитысячник пик Ленина, Кыргызстан, для того, чтобы позже лучше адаптироваться к высоте. Горная река вытекает из-под ледника, питаемая его талыми водами. Многие горные реки Кавказа начинаются из-под ледников. Особенно многоводными эти реки бывают в жаркие летние месяцы во время усиленного таяния льда. Лигнит давит на поверхность земли своим огромным весом. Активность солнца в дневное время дает таяние его толщи. Качалка. Короче, мы идем и никак не дойдем. Да, он наш. Этот день когда-нибудь закончится. Вон туда. А мы уже со всеми своими вещами делаем переход по леднику. Ир, ну что, на Карпаты похоже? Не похоже. Поэтичнее.
интереснее. Мне кажется, в походе весь кайф состоит в том, чтобы налатиться как придурок. А потом сидишь, и тебе так классно. Вообще идеально. Юля, как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Все нормально? Ожидала худшего. Да? Окей. Слушай, Димон, а почему метеостанция называется? Ну, мы тут когда-то снимали показники. Типа, а теперь это приют для восходителей на высоте 3650 метров. Внутри несколько комнат, по 6-8 мест каждая. И помещение, так называемая кухня. Итак, так, что ты хотел сказать, Слава? У меня лоб сгорел. Очень интересная информация для будущего, чтобы посмотреть и вспомнить. Вот так выглядит помещение, называемое кухня. Кухня – это название условное. Это просто место, где все принимают пищу. У каждого свои горелки и своя посуда, а также набор продуктов, которые мы можем оставлять здесь. Пьем чай и кушаем перекусы. У каждого свои с собой ништяки. Но кое-что мы готовим общее. Например, такой себе супец. Привет! Камарджоба! Камарджоба. Как дела? Куда идешь? Здорово. С чем идешь? Зачем идешь? А зачем, не знаю. Вопрос, конечно, риторический, да. Ну, мы как-то шли наверх и решили, что нам нужно еще немножко пройти наверх, потому что если целый день идти наверх, а потом прийти куда надо и потом все-таки еще сходить наверх, то говорят, от этого будет лучше спаться. Но, короче. Посмотрим. Так называемая ступенчатая акклиматизация. Мы поднимаемся по склону, по бокам которого периодически пролетают камни. Нужно быть максимально аккуратными. И поднимаемся к часовне, которая находится на высоте 3900 метров, для того, чтобы посидеть 40 минут для лучшей адаптации. Мы дошли на выход на акклиматизацию. Набрали метров 300. И теперь нужно минут 20-40 здесь посидеть, чтобы адаптироваться к высоте. Часовня – это металлическая кабинка, прикованная тросами к скале. День второй. Доброе утро. Сегодня мы идем гулять. На этот день у нас запланирован достаточно длинный выход на акклиматизацию по пути восхождения. Мы перейдем через морену и выйдем на снега, будем переступать через трещины, но, не доходя до конца, вернемся назад, для того, чтобы завтра наш путь проходил легче. Пляжные туристы идут загорать. И правда, палящее солнце в горах очень опасно. Доброе утро. Good morning. Гав-гав. Доброе утро. Ну что ж, отправляемся. Сперва мы будем шагать по каменной тропе. Затем должны выйти на морену с множеством камней и льда. Спустя час мы выходим на место, которое называется Хмаури, в переводе «погремушка». Справа по ходу подъема находятся осыпные склоны, с которых часто летят камни. Тропа проходит довольно далеко от склона, но все равно идти там нужно очень осторожно и желательно в каске. И далее мы уже видим, что начинается пологий ледник. И для этого мы одеваем страховочные системы, для того, чтобы пройти его в связках. Шансы есть всегда. Шансы на что? Вячеслав рассказывает, что особая осторожность нужна после свежевыпавшего снега, когда засыпают тропу и присыпают трещины. Поэтому идти нужно очень аккуратно. Втягивается он до самого верха, да? Одевая систему и связываясь в связки, мы себя страхуем от провала в трещины. В случае, если один из участников провалится, остальные его задержат. Каждый из участников уже одел и каски. Они очень легкие, как и все остальное альпинистское снаряжение, но они достаточны для того, чтобы защитить голову в случае удара. Обвязывая страховочной веревкой, мы должны вязать специальные узлы, но не все это умеют делать. Начало ледника, и мы попадаем на первую трещину. Перед нами стоит группа, которая пытается через нее перешагнуть. Впереди девушка. Видимо, она достаточно испугалась и теперь сомневается в своих силах. Ребята ее поддерживают, говорят, что у нее все получится.
Ну, очень важно выбрать правильное место перехода через трещину, потому что она имеет как широкие части, так и узкие. Ребята выбрали не самое удачное место, мы пошли далее и нашли более твердые края и более узкую ее часть. Буду с вами честна, глядя на эту девушку, и мне стало немного страшно, но мы справились, ребята подстраховали меня. В таких ситуациях понимаешь, что действительно очень важно, с кем ты ходишь в горы, потому что на плечах напарника лежит ответственность за твою жизнь, точно так же, как и на твоих плечах лежит ответственность за чью-то другую жизнь. После ледника мы выходим на снежный склон, который длится до самой седловины. Но на этот день, не доходя до нее, мы разворачиваемся назад. На этом заканчивается наш акклиматизационный выход. Мы разведали путь, по которому будем идти в штурмовую ночь. Нам определенно легче, потому что мы понимаем, что нас будет ожидать впереди. Славик, пару слов для прессы. У меня прекрасный вид с утра, да? Какое на сегодня число? Дари-дури. 25 число, да? Сегодня 24. 24 число, 2 часа ночи. Да. Мы выходим на восхождение на Казбек под вот эту прекрасную музыку. Стартуем ночью. У каждого на лбу фонарики, которые освещают путь вперед перед его ногами. Крем. Проверка, никто ли ничего не забыл. Крем для загара. Миша уже знает, солнцезащитный крем – это очень важно. Легкое платье для красивой фотографии. Димон, наконец-то будет нормальная фоточка. Ну что ж такое? Опять без платья. Так это раз был шанс. Наша девчата нарезала, и мы с Мишей опять без платья. Так, ну все, ребят, тогда это... Всем хорошего дня. Встретимся на вершине. Свобода так. О, уже кто-то пошел вперед. Это же прекрасно. Все. Рассвет, небольшой привал, седловина. После мы выходим на достаточно крутой склон, уже на пути к вершине. И уже здесь мы сбиваемся в очереди, поскольку перед нами идут связки с другими группами, которые поднимаются неспешно. Ярь, как успехи? А ну-на, помаши мне ручкой или ножкой.
Склону обдувает очень сильный ветер, и всем нам становится холодно. Ждать значит мерзнуть, поэтому мы утепляемся, чем только можем. О, давай, где мы? Скажи, пожалуйста. Мы на вершине Казбека. Который час? Время... Давай нам статистику, статистику. Восемь сорок. Восемь сорок. Да. За сколько вы дошли? За пять? 6:40. Я вас еще раз поздравляю. Тихо. Тихо. Вам не передать словами радость каждого из нас, что у нас все получилось. Мы очень рады. Яху! Мы на вершине Казбека! Пробыв на вершине 15-20 минут, мы начали путь спуска. Каждый альпинист знает, что немаловажно подняться на вершину, очень важно с нее спуститься. Потому что когда ты идешь наверх, у тебя полно мотивации, ты смотришь вверх, идешь к своей цели. Когда же ты разворачиваешься в обратную сторону и спускаешься вниз, возможно, ты будешь пренебрегать какими-то обстоятельствами. У тебя гораздо меньше сил, усталость дает о себе знать, внимательность притупляется. Шаг за шагом в кошках мы спускаемся вниз. Ноги очень сильно болят, и начинается сильная головная боль. Зато на спуске мы имеем возможность рассмотреть всю красоту вокруг. Грузия устилается у наших ног. На пути порой случаются сложности. То ли сложность рельефа, то ли погода, то ли психологический фактор. Привал. А когда меня покидают силы, я знаю точно, нужно кушать, благо аппетит присутствует. И вот мы покидаем зону ледовых трещин. Как и полагается, на самых сложных участках снимать видео не было возможности, поскольку мы были крайне внимательны и очень осторожны. Ледник провала вдоль и поперек, и Вячеслав показывает нам наиболее оптимальный путь для того, чтобы мы переходили трещины в самых узких местах. А поскольку время подходит к обеденному, они открываются все больше и больше, поскольку над нами висит яркое солнце. Нет, так нельзя делать или нельзя? Слышишь, кинула на полшишечки. Слава, можно я твою вот эту штуку, которая называется мышечная возле тазобедренного сустава сниму? Я говорю, жопу можно твою снять, Слава? Как понять? Так ты все варианты рассматриваешь, да? Ё-моё, эти репортеры. Итак, путь спуска у нас занял с 9 утра до 2 часов дня, и мы прибыли на метеостанцию. Товарищи граждане. Пассажиры. Пассажиры. Провожающие. И отбывающие. Бросим, и ожидающие. Ожидающие уже, наверное, свалили, да? Итак, на утро следующего дня мы уже пакуем вещи для спуска. Игорь в зале ожидания, да? Там, наверное, Антон, уже нервничаешь, вы там по полчаса собираетесь. Ё-моё, нельзя портить нервы нашему, как Слайка правильно назвать, нашему гиду или как, а, Дима? Александрович. Александрович, Димон Александрович, будьте добры, называйте меня Александрович. Не, меня Эдуардович можете называть. Эдуардович? Славика Александрович. Да, Игоревич? Да. А? Комнату проверили? Так вот. Так вот. И шо? И все, а хоть бы что? А хоть бы что? Склепаешь нам видосики классные, да? Да, будет о чем посмотреть. Вышедший из солнца. Ну, как тебе четвертый раз на Казбеке? Не так, как первых три? Офигенно. Офигенно. Не так, как первых три. А тебе первый раз? А? Вообще отлично. Отлично. Новые эмоции, новые си. Новые мозоли. Новый адреналин. Новый рюкзак. Его
хорошая вода. Давай, брат, счастливо. Будь здоров. Отдыхаю нам, пускай, снимай. Даже не хочется уходить. А есть у кого-то крем поближе? Я, наверное, буду раздеваться. Славик, там уже, да? Вниз бодро шагаем со всем нашим грузом. На спуске мы решили сэкономить на лошадях. Михаил Кундорин. Тут рядышком идет комната София. А сзади у нас Любарский Дмитрий и Юлия. Извините, мы не узнали как. Почти тоже Любарская. А, и еще у нас здесь Игорь. Каченко. Каченко! У меня немного присутствует фобия, когда идешь в невесомости или по сыпкому склону, и у тебя под ногами что-то движется. Например, стремящийся тающий ледник. Придумать палки — это было определенно гениально. Здесь-то очень хорошо видно, как из-под ледника вытекает талая вода и следом превращается в горные реки. С изменением высоты очень здорово видно, как меняется рельеф и как меняется растительность. Здесь высота ниже и уже есть трава. Чертовское место! Если бы вы только знали, как страшно было подходить к этому стремящемуся потоку. Лестница, которая висит в невесомости, и тонны воды, которые льются у тебя под ногами. Палками разбирайся! Палками убирайся! Давай-давай, аккуратно. Ну что же, спасибо, Казбек, что эта история с нами случилась. Живите, путешествуйте и мечтайте о новых вершинах.